Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, хозяйка медвежьего угла Елена Горчакова. И, несмотря на задувающий в лицо снег, на носу 23 февраля. На самом деле, в моем восприятии, абсолютно все мужчины, и служившие в армии, и не служившие в армии, не имеющие никакого отношения, и пацифисты, все они являются защитниками Отечества. Потому что есть еще такое понятие малой родины, малого Отечества, и каждый мужчина является защитником своей семьи. И это очень-очень важно. Поэтому, дорогие друзья, в связи с приближающимся Днем Защитников Отечества, я объявляю о раздаче подарков от моего таежного магазинчика. Прежде всего расскажу о тех подарках, которые хочу сделать лично я, а потом дам рекомендации о подарках, которые вы можете сделать своим друзьям и близким тоже из ассортимента моего таежного магазинчика. Итак, от меня лично все покупатели таежного магазинчика получают в придачу к своим товарам бесплатно подарок, который состоит из 100 грамм иван-чая «Сила тайги», восхитительного совершенно, экстра, я не знаю, мега, супер полезного для мужчин, просто эликсира мужского здоровья. Вот чай, иван-чай «Сила тайги» – это действительно то, что нужно пить мужчинам каждый день для того, чтобы быть сильными, здоровыми, смелыми, быстрыми и так далее. И к этому чаю будет приложен 100-граммовая баночка таежного меда, настоящего таежного меда от колодных пчел. Я хочу, чтобы вы все его попробовали, чтобы вы просто знали, о чем мы говорим, когда мы говорим о таежном меде. Поверь другому на слово, но попробуй сам. Попробуй сам – это самая лучшая рекомендация для того, чтобы знать, что это за продукт такой. Вот, то есть чай «Сила тайги» и таежный мед. Это набор к 23 февраля, который все мои покупатели, сделавшие заказ на сумму от 1000 рублей, начиная от момента объявления этой акции, то есть сегодняшнего дня, и до конца дня 23 февраля, получают придачу к своим заказам совершенно бесплатно. Технически, как мы передадим эти подарки? Вы делаете заказ на моем сайте willowherb.info, на сайте таежного магазинчика, в обычном порядке, ничего не делая для того, чтобы получить подарок. Ну, кроме того, что делаете сам заказ, конечно. Дальше. Сам заказ, кстати говоря, описание вот этого набора, более подробное, чем я рассказываю вам сейчас в видео, оно дано на такой специальной страничке этого подарочного набора, где вы можете прочесть полное описание, но нельзя его заказать. Выставлен в ряду товаров. Сейчас он стоит первым на сайте таежного магазинчика. Можете посмотреть, почитать описание. Далее, вы сделали заказ, который превышает 1000 рублей, оформили его на сайте. Я специально решила занять несколько секунд в этом видео тем, чтобы показать вам процедуру, как делается заказ на сайте. Вот вы переходите в корзину, все набрали, все, что вы хотели, и перешли к оформлению заказа. Набрали свой email, правильно набирать, да? Затем свое имя, вот, например, Иван, свою фамилию. Можно, кстати говоря, имя, отчество писать, потому что часто почта требует. Свой адрес, город, страну выбрали, неважно, там область выбрали, почтовый индекс. Нажали на все кнопочки, увидели страничку «Спасибо, огромное спасибо за заказ», на которой написано. Именно такие «Огромное спасибо за заказ». Все, дошли до этого места. Еще раз покажу. Вот на такие черные кнопочки нужно нажимать «Продолжить». Просмотр размещения заказа. «Разместить заказ» – вот эта последняя кнопочка. И вот после нажатия на кнопочку «Разместить заказ» вы увидите вот эту самую искомую страничку. Огромное спасибо. Дальше я вам звоню. Я звоню вам сама лично. У меня нет никаких ассистентов, помощников там и так далее. Вам позвоню именно я, Елена Горчакова. Кто бы ни звонил, представляясь моим именем, кто бы ни писал, представляясь своим моим именем, не верьте. Буду звонить лично я. Мы с вами договариваемся о доставке и оплате вашего заказа. И после этого, после того, как мы договорились, я присоединяю к вашему заказу наш подарок и отправляю вам его оговоренным способом, либо почтой, либо транспортной компанией СДЭК. Ваш заказ доходит до вас. Конечно же, он доходит до вас раньше 23 февраля, если вы сделаете заказ заблаговременно для празднования 23 февраля. Теперь я хочу рассказать вам, какие я рекомендую товары для подарков вашим любимым мужчинам или другим мужчинам просто, вообще для подарков.
Первым в этом ряду будет, конечно, классический листовой иван-чай малиновский номер один. Это просто ферментированный иван-чай без всяких добавок. В этом году листовой иван-чай у меня получился исключительно крепкий. Просто крепкий, как коньяк. Я не знаю, как еще передать это. У него такой насыщенный аромат, чернослив и коньяк вот смешиваются прямо в ощущениях такое. Вот. Плюс это заваривается, я не знаю, ну, мне кажется, третье чайной ложечки достаточно на такую серьезную кружку иван-чая. Да еще можно 2-3 раза заварить. Мужчины уже, которые покупали, они уже написали отзывы на этот чай. Почитайте, между прочим. То есть, ну, это просто экстра, мега, я не знаю, супер мужской чай. Малиновский номер один листовой. Очень советую вам самим подарить его на 23 февраля. Следующая моя рекомендация – это иван-чай «Сибирская вишня». Этот иван-чай я делаю специальной ферментацией. Он ферментируется на соке дикой вишни. Поэтому у него во вкусе есть кислинка и такой сногсшибательный аромат вишневый. Плюс к нему добавляются ферментированные листья вишни. Это добавляет ему аромат амаретто. Вот такой вот он тоже мужчинам очень нравится. И третья моя рекомендация – это иван-чай малиновский номер 3 с кедровой хвоей. Это здоровье суровых сибирских мужиков. Серьезно совершенно. Этот рецепт наш деревенский, древний. И мужчины в деревнях, которые работают на улице, тяжелые работы выполняют, у которых огромное напряжение здоровья постоянно, они очень-очень его уважают. Вот серьезно советую этот чай попробовать всем мужчинам. Нужно обязательно. Все, мои дорогие, на этом подарке 23 февраля я заканчиваю. Дует ветер, и мне пора уйти с улицы. На этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Надеюсь, вы все успеете сделать подарки себе и своим близким, а также получить подарки от меня вовремя, до наступления праздничного дня. Всего вам доброго, дорогие друзья. Сейчас на экране возникнет ссылочка на таежный магазинчик, по которой, прямо нажав на нее мышкой или пальчиком, можно перейти на страничку таежного магазинчика. Также ссылка на таежный магазинчик находится в описании под этим видео. Спокойно переходите по ней. Всего вам доброго. Я вас всех очень и очень люблю. С вами была Елена Горчакова.